Антон Павлович Чехов говорил, меня будут читать лет 8 еще. Сальери был убежден, написано им на века. Я скорблю, что все полезные мои начинания исчезнут вместе со мной. Я великую ошибку сделал, что допустил тогда его в профессоры. Убежденным врагом его он не был, да и не мог быть. Здравствуй. Привет. Здравствуй. Ноты смотрели? Да. Геннадий, ты начни, пожалуйста, а мы еще раз попробуем. Пагубу наука. Да. Ну что ж, попробуем? Да. Да. А вот скажи, почему все новое запрограммировано на отторжение? Как и народная ткань. Ну, вероятно, потому что большинство из нас умеет пользоваться только одним полушарием. Ведь не зря в природе сделано так, что левое и правое полушария выполняют различные функции. По идее, мы должны как бы смотреть на мир с двух точек зрения. Давай еще раз попробуем. Давай еще. Внимание! Прошу тишину. Не свергла льв пагубу наука Прометея. Не злясь ли на него? Однажды он не выдержал и даже подал в отставку. И отставка была принята. И добрых 10 дней он оставался один, вне всего, вне дела, как будто вне жизни. Но на поклон не пошел. Thank you.
жизнь человека. Есть неустанная, жесткая борьба за существование. Борьба жизни и смерти в мире физическом. В мире нравственном борьба света и тьмы. Истины и лжи. Добра и зла. Человек и сам должен. Должен принять участие в этой борьбе. Торжество света над мраком. Добра над злом. Истины над ложью. Непосредственная задача жизни человека. Не то и не так. Не мог он в этот момент рассуждать благостно. В его характере ярость, кипение страстей. Когда в России запретили учение Коперника, как он на мракобесов бросился. Жалкие людишки. Они бы Христа второй раз распяли, здесь того пользы извлечь могли. Если правда, что планеты наши, но подобны свету, хоть чего мы подрецы, и все пущи там жрецы, уверяют бородою, что нас нет здесь головою, скажет, кто мы правду тут, в струме там того сожгут. Всегда в гимне Бороде видели борьбу Ломоносова с религией. А он был человек верующий. И была для него борода символом тупости, заскорузлости, догматизма во всех церквах и академиях. Впрочем, церковь-то приняла на свой счет. Такие ругательные пашквили истребить, публично сжечь означенного Ломоносова для надлежащего увещевания в синод отослать. Под видом ложных сил почтения богов закрыт был звездный мир во множество веков, боясь падения неправой оной веры, вели всегда ж на брань с наукой лицемеры. И таков был всегда, в любом проявлении, ума и силы, любви и ненависти, и в упрямстве, и дерзости, и в размахе дел своих. Много ли мы знаем таковых? Моцарт, Леонардо, Ньютон. Кто еще? 10-20 имен на сотни поколений? И Ломоносов из этой десятки. Всей сутью своей, всей совокупностью содеянного, всем, что не смогли переварить пигмеи-современники, травившие его за свою собственную ничтожность. Недаром говорят, диапазон противоречий – мера гениальности. Вот одно из них, достаточно загадочное. Стоило ему сойти в могилу, как забылось многое надолго. Лишь поэзия помнилась. Ни в одной русской энциклопедии, вышедшей в прошлом веке, не упоминалось имени Ломоносова как ученого. И британская не упоминала, и немецкая тоже. Только один французский словарь сообщал. Был такой химик Ломоносов,
но не надо его путать со знаменитым поэтом той же фамилии. Вот такая история. Знаете, а ведь он, пожалуй, предчувствовал такую судьбу своих трудов. Есть запись, сделанная за несколько дней до смерти. Помните? Я вижу, что должен умереть. Спокойно и равнодушно взираю на смерть. Скорблю лишь, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной. Зато при жизни знаменит был. Его российская история видела свет лишь после его смерти. А его гипотеза о происхождении славян до сих пор. Кстати, сколько он знал языков? В совершенстве. Английский, французский, итальянский, немецкий, греческий, древнееврейский, турецкий. Всего около 30, кажется, не считая латыни. Хотите мою точку зрения? Во веки оставаться время в забытии, если бы не понадобился. Вытащили из сундука, как старую икону, подреставрировали и в красный угол. Да бросьте, вы знаете этот ваш цинизм. Вот именно. Ахах, оскорбились. В политике была икона Петр. Нужна была в науке. Ну хорошо, а когда вспомнили? Как всегда, по случаю юбилея. Это были годы крайностей, вольности и репрессий. Кича и высочайшего искусства. Запад перемалывался с традицией. А при чем тут демон? А потому что Россия тут сумела классический западный сюжет сделать своим. Страдающий демон. Где это было видано? Сверхчеловек из романтического прошлого. В трудные времена у нас всегда обращались к истории. Так и поступил замечательный химик Борис Николаевич Меншуткин. Он на 10 лет отказал себе в науке и к юбилею написал первую настоящую биографию великого россиянина. Впервые соотечественники узнали о его жизни, работах, даже приключениях. Король прусский Фридрих I имел две страсти, отмеченные историей. Жадность и полк солдат двухметрового роста. От жадности он донашивал до дыр сапоги. А великанов-гвардейцев, его вербовщики, ловили по всей Европе. Так схватили и русского студента, одели в солдатский мундир, предупредили. Смерть – самое незатейливое наказание за попытку бежать. Побег из крепости Везель не удавался никогда и никому. Ломоносов бежал. Нос, поздравляю с возвращением. Вот так с русским радушием по-немецки приветствовал канцелярии советник Шумахер, молодого человека, отличавшегося, по слухам, своенравным и дерзким характером. Ну-с, поздравляю с возвращением.
Итак, в 1741 году, завершив курс наук и приключений в Германии, Ломоносов возвратился в Петербург. В конце того же года был Михаил Васильевич произведен в адъюнкты и тут же подал в Академию прошение об незамедлительном устройстве химической лаборатории. Прошения эти возобновлялись каждый год, а ответ всегда был один – нету денег. Только через 5 лет последовал именной указ Ее Величества о постройке лаборатории. Но и тут дело тормозилось правителем канцелярии Шумахером. Кажется, я начинаю понимать. Ведь это классическая ситуация. Вечный, и сегодня тоже, конфликт между талантливым человеком и чиновником. Искателем и охранителем. Ведь главным врагом Ломоносова, об этом написано во всех книгах, был Шумахер. Не было Шумахера, был бы кто-нибудь другой. Теплов, летал. Конечно, дело не в личности. Дело в должности. Вернее так, в личности и в должности одновременно. Кто такой Шумахер? Столоначальник, заведующий канцелярией. Посредственность. А это грубо и не точно. Особенно насчет посредственности. Шумахер непрост. Иначе не сделал бы такой карьеры в России. Не стал бы фактическим правителем в Академии. Тогда нужны были энергичные люди. И Шумахер был, как сказали бы сегодня, деловым человеком. Господин Ломоносов возложенных на него Академии обязательств не выполнил. Вот достопочтимый Вольф. Хоть и хорошо относился к способностям студента Ломоносова, но пишет, без меры предавался разгульному образу жизни. Я же встретил Ломоносова ласково, выделил ему 50 рублей, выдал 2 комнаты и поручил заботам своего зятя. А вот и сам я пишу о Ломоносове. Бесподобно, вы слышите, бесподобно, продвигался в своем переводе. В союзниках нуждались. И все-таки буйный нрав этого своенравного молодого человека не мог не вызвать раздражение. А! Накоси, выкуси! Да, да. В России, видите ли, чтобы упрочить свое положение среди людей вышестоящих, требуется постоянная демонстрация своей преданности и сдержанного восхищения, которое надлежит как бы прятать. Дабы злые языки не обвинили тебя в подхалимстве. И которое столь велико, что нет-нет, да и все-таки вылезет наружу. Одновременно с этим отлично отрепетированное энергичное рвение, в основе которого не выполнение самой работы, а лишь показ готовности ее выполнить. Что касается людей нижестоящих, то вести себя с ними следует так, чтобы всякий раз ясно и открыто указывать нижестоящим, что они нижестоящие. Словом, всяк сверчок, знай свой шесток. Не потому ли тормозилось утверждение Ломоносова в профессоры? Строительство лаборатории. 6 лет просил. Всего просил-то не более 1500. Цена одного перстенька на вельможном пальце.
век бы не видать Ломоносову лаборатории, если бы не Елизавета. Вспомните, гвардия, переворот, взошла на трон. Надо было себя в лучшем виде показать. И доброту, и просвещенность. Если бы так, тогда бы Ломоносов имел лабораторию сразу после ее восшествия. А он сколько ждал? Пока вспоминали Петровские начала, и потихоньку, со скрипом стали давать им ход. Отсюда произошло многое. Потому в конечном счете и была построена Ломоносовская лаборатория. Первая в России. Праматерь всех русских лабораторий. Много зависит от царей-правителей, от широты их ума, от дальновидности. Когда же малое их движение передается, скатывается по ступенькам власти, и рушатся или возводятся здания, и катятся с плеч головы. Диво ли, что на месте первой русской лаборатории руины и запустения? Диво ли, что уже много лет говорят, будто есть решение ее восстановить? Да мало ли что говорят. Уже в самом начале своих теоретических исследований Ломоносов высказал мысли, которые стали всеобщим достоянием через добрую сотню лет. Его механические теории теплоты... Коллега, вы хотите, чтобы он все это пересказывал, объяснял? Да разве все сделанное Ломоносовым перескажешь? Объяснишь? Вот именно. Кого это сегодня волнует? Но без этого не понять трагедии Ломоносова. Его человеческой драмы. Наука придет к ломоносовскому пониманию только через 110 лет. Больше, чем через век. И никто даже не свяжет ее с именем Ломоносова. Опережать это значит отрываться от других, оставаться одному. А одному холодно. Холодно? Холодно стоять на месте. А он сражался. С теплородом, с флогистоном, со всей этой чертовней, со всей этой мистикой. А толку что? Он же один был. Один. В этом вся и трагедия. Так и я говорю. Гений. Жалко его. Можно жалеть, можно сочувствовать. Но это было неизбежно. Понять гения могут лишь те современники, кто равен ему по масштабу мысли, остальные же. Однажды в минуту откровения он писал Эллеру. Хотя все это мог бы опубликовать. Однако, боюсь, может показаться, что даю ученому миру незрелый плод скороспелого ума. Если выскажу многие новые взгляды, по большей части противоположные принятыми великими мужами. Противоположное принятыми великими мужами. Это сегодня каждый может опровергать, кого захочет. Хоть Ньютона, хоть Эйнштейна. А раньше почитали старших. Трижды проверяли, прежде чем спорить. В деле столь глубоко скрытом и непосредственно недоступным чувствам, я старался двигаться самым осмотрительным образом. Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятно она ни была, без точных доказательств. В Европе начала 18 столетия полагалось бесспорным мнение великого физика Бойля, который на основании своих опытов утверждал существование особой материи огня флогистона.
Ломоносову вся эта мутная метафизика была не по душе. Он во всем искал простые материальные объяснения. Он решил проверить опыт Бойля и доказал, что мнение славного Роберта Бойля ложно. Тогда опытов Ломоносова никто не понял и не принял. Лишь через 17 лет их повторил французский химик Лавуазье. Повторил, получил точно такой же результат и всемирное признание. Что же касается Ломоносова, то его работы забыли на полтора столетия и ни разу не вспоминали, даже в России. Теперь сложите. Чуть не каждая работа Ломоносова была покушением на авторитет. Потому, наверное, и прослыл он скандалистом. Потому, наверное, нелюбим был. А если рассуждать глубже, отсюда, быть может, и печальная судьба многих его открытий. О, вы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны рачением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Нормально? Грим в порядке. Кто-то хорошо сказал. У каждой эпохи есть свои гении. Гении те, кто опережает свое время. Есть у эпохи злодеи. Злодеи те, кто стремится обречь эпоху на неподвижность. А еще есть у эпохи лакеи. Они чванятся перед каждым гением и угодничают перед каждым злодеем. Ах, волнует бабку Степаниду. Скоро ли откроют Атлантиду? Гений сгорает быстрее других. А лакеи... Лакеи, по-моему, неистребимы. Люблю афоризмы. Легко запоминать. И за свои выдавать. И все-таки гении встают из пепла. Ибо времени течет по кругу. А по спирали. Это было время надежд и ожиданий. Младший из братьев Вавиловых, Сергей Иванович, недавно стал академиком, руководителем оптического института. В преддверии очередного ломоносовского юбилея увлекся его идеями. Статья Вавилова «Оптические работы и воззрения Ломоносова» стало следующим крупным исследованием, посвященным великому россиянину. Сейчас многое из ломоносовского наследия мы прочли впервые. Прочли с удивлением, восторгом, но вместе с тем и с печалью. В 1762 году им было написано сочинение «Речь об усовершенствовании зрительных труб».
Более полутора веков оно считалось утерянным. А когда было найдено, открылась еще одна драма ломоносовских открытий и опережений. Академия не поддержала его проект «Ночи зрительной трубы» и другой проект телескопа новой конструкции. Иными словами, положение изобретателя в России тогда было незавидным. Увы, и сейчас все непросто. Вот-вот, свое привозим из дальних стран и восхищаемся. Как господа академики ломоносовским телескопом, изобретенным через десяток лет британцами. Ломоносов с этим боролся и нам завещал. Вам. А мне, грешному, во всей его астрономии дороже всего стихи. Помните о солнце? Научное прозрение, выраженное в поэзии. Когда бы смертным столь высоко... Когда бы смертным столь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламени крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Ломоносов не случайно увлекался оптическими приборами. Тогда все астрономы наблюдали прохождение Венеры по диску Солнца. Все видели световой ободок вокруг планеты. Но только Ломоносов определил, что это есть весьма знатная ее атмосфера. А кому, собственно, это было нужно тогда, 200 лет назад? Ну, есть атмосфера на Венере. Ну, нет атмосферы. Ах, их величество матушка-государня пресильно удивлена была, что Англия водами омывается. Не знала, что остров. Однако ж не мешало ей великой державой править. Вот и господин... Их сиятельство. Граф Шувалов неоднократно сказывал господину Ломоносову: науки пустые оставить, стихосложением славу Отечества поддерживать. Но вы-то свою чрезвычайную энергию не в самих науках развивали, а в областях наук окружающих. Типографию расширили, гравюрную мастерскую для иллюстрирования книг организовали. Дело нужное и полезное. Ну, конечно, какую вам лично пользу могло принести, например, развитие математики? А всякое прикладное дело, скажем, и выгоду приносило. Да, никого открытие атмосферы Венеры тогда не взволновало. Не нужно было, потому и забылось. В этом, видимо, закономерность. Зерно нового знания, добытое Менделем, тоже упало на холодную почву и ждало переоткрытия полвека. А инженерные проекты Леонардо, их тоже вспомнили спустя столетия. А вы не задумывались, коллега, почему на стихи ломоносовские никто не покушался? Потому что они его, только его. Их никому не отнять. Ни Лавуазье, ни Эйнштейну. А научные приоритеты, зачем исправлять историю? Это не исправление истории. Это возвращение справедливости. Науке действительно безразлично, кто и что изобрел.
Ей важен итог, а вот людям нужна справедливость. И подлинная история нужна. В ней опыт, в ней урок. Который еще никогда никого ничему не научил. Пока не научил. Но справедливость к прошлому всегда рождает надежду на справедливость к настоящему. Ой-ой-ой, неисправимые вы люди, оптимисты. Точнее, счастливые. А еще точнее, наивные. Все определяется необходимостью. Надо или не надо. Лицо свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь. Взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как малая искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, так и я в себе изнеуглублен, теряюсь мыслью утомлен. Хотите еще один пример? Вот эта солнечная печь из зеркал и линз, которую изобрел ваш подопечный. Зачем она была в его времена? Ну зачем? Дров и так было в достатке. На всех хватало. Да, хватало. А сегодня на этом самом принципе делаются солнечные электростанции. Ну, наверное, с маленькой разницей. Все эти зеркала посложнее ломоносовских. Ну, знаете, коллега, много вы хотите. Он принцип угадал. Идею. Целое направление техники. Это важнее. Преждевременное открытие. Может, они необходимое следствие гениальности? Пожалуй. Гений обязан опережать время. Иначе он не гений. Но если так, значит, число опережений тоже мера гениальности. Заманчиво возвести подобное рассуждение в закон. Лучше искать закономерности в природе. Естественные науки тем и хороши, что объективны. Тогда давай о другом. Почему же не восприняли твои социальные проекты? Их-то польза была очевидна. Государственная экономия и развитие купечества, умножение российского народа и поправление земледелия, ремесел, нравов. Кому нужны были мои проекты? Читать не умели. Тем же, кто умел, не нужны были. Так уж у нас повелось. Исправляли ошибки предшественников, не замечали собственных. Но ты-то верил в просвещенного монарха. А ты? Просвещенной власти – это много. Восприняли же мою идею Московского университета. Но даже на открытие тебя не пригласили. Отмщать завистнику меня вооружают. Хотя мне от него вреда отнюдь не чают. Когда Заилова хула мне не вредит, могу ли на него зато я быть сердит, однако ж осержусь. А встал, ищу обуха, уж поднял, я махну. А кто сидит тут? Муха. Коль жаль мне для нее напрасного труда. Бедняжка. Ты летай, ты пой, мне нет вреда. Одна муха что? Прихлопнуть недолго. А когда много, да величиной со слона, ходи свороти. Наши твердокаменные мыслители, обожающие всякое старье, возводят каждый принцип в абсолют и носятся с ним, как с писаной торбой.
такое странное чувство, где-то совсем рядом скрыты удивительные вещи. Я даже смутно вижу сих, словно сквозь стекло, залитое дождем. И кажется, что стоит стереть эту пелену, и все станет отчетливым и ясным. Но она лишь меняет очертания, колеблется и уходит. И я не могу уловить образы, которые возникают на мгновение, и потом снова тускнеют. В том году, когда Ломоносов впервые продемонстрировал ночезрительную трубу, он представил на суд академиков и свою теорию света. Он пытался доказать, что белый цвет есть смешение красного, желтого и голубого. Ставил в соответствии с этими цветами химические элементы. Стремился объединить теорию оптическую с теорией химической. Увы, многое здесь оказалось ошибочным. Хотя до последних дней Ломоносов полагал это одним из самых ценных своих открытий. Вот ведь как получается, у людей талантливых и заблуждение дорогого стоит. Работал над теорией света, ошибался. Вывел из нее мозаику, попал в точку. Побольше бы таких заблуждений. Я за них. Была бы польза. Вот тут и государня была того же мнения, что и я грешный. Землю, на которой Ломоносов фабрику мозаичную построил, кто пожаловал? Многие такого мнения, что чрезвычайные преимущества, достигнутые им, умножая его счастье, послужат также гибели его. Я в политике своей прошибку сделал, что допустил тогда его в профессоры. Одного туда, другого сюда, а третьего между ними, что побои мешал, спокойной жизни не давал. А то, не дай бог, кто-нибудь выскочит да покажет, что умнее и руководить способнее. Сколько замечательных умов сбежали от Шумахера в другие академии Европы. Эйлер, Бернулли, Делиль. Сбежали, потому что вроде бы заботился Шумахер о науке в целом. А каждого отдельного гения и задушить не считал за грех. А потом поставить свечку. Помолиться о спасении души. А то и пожертвовать на памятник. Гении несносны, потому что требуют к себе внимания исключительного. Потому что кумирами становятся и начинают их раздувать до размеров несообразных. Приписывать то, что они делали, прятать то, в чем заблуждались. Не дай бог не умолить, не уронить. А ежели по-настоящему, для их же пользы, тут, знаете, ежовые рукавицы нужны. Ага, потихонечку, полегонечку. Ударить-то наотмашь боялись. Сильный человек, он и ответить может. А по мелочи, из-под тишка, все завистники тут как тут. Даже Сумароков. А что уж говорить о Теплове, о Тауберте.
А что же вы от них хотите, а? Они люди какие? Маленькие, серенькие. А таким защищаться надо, чтобы существовать. И нападать, нападать. Глядишь, и в ферзи выскочишь. Это только в шахматах пешки могут стать ферзями. А в науке они как были пешками, так и останутся. Ну, если б так. Сколько раз мы с вами любовались, наденут на пешку погоны. Глядишь, она уже и не пешка. Терплю, что стараюсь защитить дело Петра Великого, чтобы научились россияне, чтобы показали свое достоинство. Неизвестно, родилось ли при жизни Ломоносова или позднее, 50-100 лет спустя, это скандальное историческое изыскание, в котором сопоставлялись сроки поездки Петра I на север и дата рождения будущего великого ученого. Когда даты эти не совпали, тут же выдвинули предположение, что запись приходской книги поддельная, чтобы скрыть истинного родителя. Смешно. А удивляться здесь нечему. Гениальность всегда пытались объяснить чудом. Вот, скажем, Леонардо приписывалось инопланетное происхождение. А Ломоносов гений. И как тут обойтись хотя бы без царского рода? Каким образом тогда объяснить необыкновенное сходство их талантов, темпераментов, даже роста? Откуда такая широта души, взглядов, поступков? И, наконец, почему такая неистовая сыновья любовь к Петру? И такие проникновенные строки к дщери Петровой? Отверзите просящим двери, давайте страждущим отраду, трудам законную награду. Взирайте на Петрову тщерь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чего тут больше? Преданность, лесть, вер. А как сам думаешь? Думаю, мне, что ты был человек. А тут не обманулся ли? Ничего ты не понял. Не вера здесь, надежда. Надеялся поэтическим пылом тронуть непрочный монарший ум. Надеялся обратить на благие дела. А что до царя Петра, то был он для Ломоносова высоким идеалом преобразователя России. Не более, но и не менее. Борьбой против тайного союза бездарности.
Ломоносов и с иностранцами, и с русскими воевал в академии. С Нартовым. Все-таки оды писал. Без лести не проживешь. А если во имя высокой идеи? Значит, во имя высокой идеи можно. Выходит, что есть две правды. Правда большая и правда маленькая. Бог его знает. Наверное, можно. Беда в том, что с высоты своего житейского опыта мы привыкли порицать или осуждать предков. Ломоносов не понял, Пушкин не знал. Они были гениями, и нам учиться у них пристало. И апрельские дни всегда было трудно работать. Путались планы. Какие-то весенние звуки мешали думать и писать. А в тот апрель 61-го случилось такое всеобщее потрясение, что и вовсе стало не до работы. О первом в мире полете человека в космическое пространство. Проводив гостей, Петр Леонидович Капица поднимался в свой кабинет и оставался наедине со статьей, которую начал в ту весну. Когда она будет закончена, ее долго никто не решится печатать. А несколько страниц будут опубликованы только через 25 лет. Говорить о Ломоносове приятно, как приятно общаться с одним из величайших гениев в истории человечества. Говорить о нем горько, потому что в физике, в химии, в том главном, что его волновало, он был одинок. Поразительно. Его опыты по электричеству более известны не своими научными результатами, а тем, что они привели к смерти Рихмана, убитого молнией. А ведь работы эти позволили Ломоносову выдвинуть гипотезу о природе электрического заряда в облаках. Гипотезу, которая и по сей день считается верной. Если бы он имел множество учеников, если бы со своей эрудицией и фантазией руководил большой научной школой, увы, он не получил полного счастья от своего творчества, на которое имел право по силе ума и таланта. Ломоносова, в его жизни можно много найти того, что захватывает и полезно понять и в наши дни. Все знают о необузданности темперамента Ломоносова. Но бешеная вспыльчивость и гордыня парадоксально соединялись в нем с безрассудным с точки зрения обывательского здравого смысла стремлением к истине. Ну и что? Чего он этим добился? Плодил только себе врагов. Да нет. Шумахер не был враг. Он антипод. Ломоносова волновали наука, Россия, тысячи забот. Шумахер волновал только он сам. Собственное благополучие.
В этом смысле он был несравненно целеустремленнее. Множество задач Ломоносова требовало множества решений. А все множество решений Шумахера было нацелено на одну задачу. А в этом смысле он был несравненно изобретательнее. Большинство людей Ломоносов раздражал, заставляя их испытывать чувство собственной ущербности. А Шумахер был доступен, понятен, хоть мысль его был ясен, и действия объяснимы. И таким образом в этом смысле он был более приятен и терпим. Ломоносов требовал от окружающих поступков дела. Шумахер нужна была только видимость дела. Но и в этом смысле он был наиболее удобен. Ломоносов – существо неповторимое. Шумахер – ординарное. Шумахер организован был проще, чем Ломоносов. И как всякий простейший организм, превосходил его в выживаемости. Мать. Накоси, выкуси! Не только у стола знатных господ или каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отымет. А теперь позвольте поставить такой вопрос. Возможен ли аналогичный случай в наши дни, у нас, в Академии наук? Нужно иметь совсем необычайное воображение, чтобы даже приблизительно вообразить себе нечто подобное. Кто-то из историков ставил вопрос, какая же почва нужна для работников науки, чтобы наиболее благоприятно могли разворачиваться природные таланты ученого? Ну, это, конечно, сложный вопрос. Но все же я решусь отметить одно условие для развития таланта, которое было во времена Ломоносова и которое, возможно, отсутствует у нас. Гений обычно проявляется в непослушании. Человек ищет новое, когда он не хочет следовать существующему, так как оно его не удовлетворяет. Вспомните случаи непослушания из биографии Павлова, Пирогова, Суворова, Менделеева. И трудно не прийти к выводу, непослушание есть одна из неизбежных черт, который проявляется в человеке, ищущем и создающем новое в науке, литературе, искусстве, философии. Таким образом, казалось бы, одно из условий развития таланта человека – это свобода непослушания. К сожалению, воспитывая молодежь, наша школа больше ценит послушание, чем талант. Что было бы в нашей школе с Ломоносовыми? Может, многие отфильтровались бы от науки? На этот вопрос трудно ответить. И даже трудно ответить, хорошо это или плохо. Мы не можем дать ответ, нужна ли на данном историческом этапе развития страны в данной области науки или искусства жесткая система или свобода деятельности самобытных гениев. Вполне возможно, что гении на данном этапе нашего развития нам и не нужны. Это не парадокс, а диалектика исторического момента нашего развития. Гении рождаются эпохой, а не гении рождают эпоху. Да, Кунсткамера.
Да, музей Ломоносова. Все здесь собрались. А сколько у него было детей? Тоже неизвестно. Вот правнучка его хорошо известна. Правнучка не похожа на прадеда вовсе. Это внешний. Зато характер декабристка. Лень – это богатство, капитал. А всякое богатство беречь надо. Всякий капитал с умом применять. Тогда будет максимальная прибыль. Вы ведь о прибыли печетесь. А что ж в этом дурного? Ничего, ничего. Я тут согласен. Только для этого мудрость нужна. И чутье, и искусство. Тем более, когда рядом талант. Ах, вот вы куда. Значит, был бы Шумахер умным человеком. Верно. Вот Шувалов, к примеру. Он-то сообразил и вошел в историю как основатель Московского университета. И у вашего Шумахера был великолепный шанс. Да нет, чутье ему не откажешь. Только чутье не в ту сторону. Не к пастве своей ученой, а к трону. Все туда. И чутье, и ум. А Ломоносовы мешают. И тогда он предложил Северный морской путь. Ну, а если говорить о наследниках, то это Вернадский. А в поэзии Хлебников? Может быть. И все-таки делать из Шумахера убийцу Моцарта Ломоносова было бы несправедливо. Ну, хотя бы потому, что он раньше умер. Умер? Разве нам 10 Ломоносовых надобно? И один нам в тягость. Канцелярия советник Тауберт, если я не ошибаюсь. Достойный преемник Шумахера. А вправе ли мы дописывать лики в истертых временем фресках? Тем более, если принадлежат они гениям. При всей нашей мудрости и рассудительности, при самом страстном стремлении к правде и объективности, мы не можем уйти от одного, от своего времени. Городище был прав, утверждая, что потомство судит нелицеприятно. Он, наверное, просто недосказал, что в разных временах потомство кажется значительным разным. Вот так и с Ломоносовым. Кем он только не был. В начале 30-х примером порыва к знанию, сына рыбака, академик. Потом встал в ряды борцов с космополитизмом. Ломоносов борец за все русское против всего иноземного. А теперь вы хотите его сделать таким человечным человеком, заступником за серых и малых. Еще вчера да, а сегодня нет. Это вчера нам нужен был Душка ученый. А сегодня каждому из них хочется задать вопрос. Ты понимаешь, что делаешь? Ради чего? А что касается Ломоносова, то мне более всего интересен человек, сам положивший себе предел. На Пасху я умру. Тогда он спешил объединить все, что знал, что понимал о природе, создать целостную картину мира. Это же вершина. Ни черта ты не понял. Не вершина это, а драма. Господин Сумароков! Михаил Васильевич умирает! Угомонился, дурак! И не будет более шуметь. Не хватило сил. Жизни моей не хватило.
Ваше высочество, господин Ломоносов скончался. Оно и к лучшему. Казну только разорял. Что зависть, скрыв себя под святость и покров, и розы разводил. Вот здесь, на аптекарском огороде, за лабораторией мои росли. Признатные. Во всем Петербурге лучшие. Не верить. Ваше дело.